Мы компания ООО «Кадрлайн». К нам обратилась компания ООО «Сапсан» с просьбой внедрить программный продукт один из предприятий ВДГБ «Ломбард». Деятельность этой компании заключается в создании и использовании баз данных и информационных ресурсов. ООО «Сапсан» в текущем году решила освоить новый вид деятельности – это покупка, продажа и аренда офисного оборудования. Они принимают за деньги любое офисное оборудование, компьютеры, печатные и сканирующие устройства, периферийное оборудование. Для ведения деятельности специализированной точки покупки и продажи техники им понадобился программный продукт один из предприятий ВДГБ «Ломбард». После установки конфигурации потребовались доработки функционала под специфику интересов ООО «Сапсан». Разработчик нашей организации ознакомился с бизнесом и предложил автоматизацию процессов на базе один из предприятий ВДГБ «Ломбард». Сейчас опишем изменения конфигурации и полученные результаты. Настроили программные инструменты 1С для выполнения основных операций. Покупка офисного оборудования – это марка оборудования, серийный номер и технические характеристики. Продажа офисного оборудования – каталог техники, прайс-лист. Аренда офисного оборудования – это варианты аренды компьютерной техники. Доработали клиентскую базу, где фиксируется информация об арендаторе, технике и условиях сотрудничества. Юридическая информация о клиенте – это название компании, физический адрес и контактные данные. Индивидуальные условия аренды оборудования – договор об аренде, перечисление техники, финансовые аспекты сделки. Разработали функционал для финансового сопровождения аренды офисного оборудования, создали шаблоны схем аренды с разными ставками и условиями с возможностью создавать схему в процентах с фиксированными суммами. Установили правила начисления процентов либо от суммы долга, либо от суммы оценки техники, а также задавать предварительный размер задолженности. Задали условия для льготного периода арендаторам в условиях финансового кризиса с отсрочкой платежа или реструктуризация долга. Руководство ООО «Сапсан» благодарит нашу команду «Кадрлайн» за эффективную автоматизацию бизнес-процессов на базе 1С предприятий ВДГБ «Ломбард».